Друзья, всем привет! Это Гоша Грипс, проект «Первая варка», пивоварня «Биарбрю». У нас накопилось с момента последнего видео очень много новостей, и попробую сейчас быстренько с ними поделиться с вами. Новость номер раз. В свет вышел новый журнал «Реал Брю». Новость номер два. Из магазина «Мир Бир» нам пришла посылочка, которую мы сейчас распечатаем. Новость номер три. В Москве прошла презентация нашего совместного с пивоварней «Варяг» пива. И немного об этом расскажу и покажу. Одна из тем сегодняшнего обзора – это журнал «Реал Брю». Что о нем можно сказать? Я не планировал как-либо его вообще показывать, этот журнал, но сегодня, взглянув в почтовый ящик, увидел, что ко мне пришел свежий номер, и полистав его, еще не читал, только полистал, увидел много интересного, в частности, ну, что для меня может быть интересно, то, что буквально на 8-й странице красуется очаровательная Ирина Неведомская, которая сейчас работает в пивоварне «Поехали», ну или хэштег «Поехали». И здесь рассказывается о ее новом пиве. О других я, наверное, не буду ничего рассказывать, потому что я мало знаком с господами, о которых идет речь. Да и с Ирой мне не очень знакомы, кроме того, что Ира является подписчицей нашей группы ВКонтакте. Ира, привет! А также на одной из последних страниц я видел фотографию еще одного нашего чудесного подписчика Армена Захаряна, странствующего бармена Армена Захаряна, автора и главаря паблика «Пивзал». А так что, если вам попадется в руки этот журнал, советую его, ну, как минимум, полистать. Покупать, может быть, не стоит, а может, стоит, если вы интересуетесь крафтовым пивом. А здесь есть замечательная статья о недавно прошедших фестивалях. В частности, Old School Fest, который идет под номером 4. А, вот, и, кстати, еще здесь Юрий Катунин есть. Он тоже является подписчиком нашей группы ВКонтакте. Так что не забывайте подписываться ВКонтакте. Там вы, может быть, пересечетесь с очень интересными людьми. Итак, мы подошли к посылке из магазина «Мир Бир». Для начала скажу, что я не совсем представляю, что я там увижу, потому что посылку заказывал Саша. А сейчас мы откроем посылку и посмотрим, что нам прислали. Ждите меня здесь. Сейчас я вернусь с ножом, и мы вскроем эту коробку. Итак, друзья, я вернулся. Мы продолжаем распаковку необычайной коробки большой. Итак, что мы видим? Мы видим замечательную крышку. Также, о, вот это счастье. Те, кто следит за нашим творчеством, смотрите, те, наверное, видели наше мучительное страдание, когда мы пытались укутать еще одну дополнительную бродилку. Это теплоизоляционная, ну как ее назвать, рубашка для пивоварни на 30 литров, по-моему, может быть больше, может на 50, для пивоварни. Но нужна нам была вот такая. Мы ее тщетно пытались поменять с кем-нибудь. Этого у нас не получилось.
Поэтому мы ее будем применять, наверное, по назначению. А вместо нее заказали все-таки полноценную, нормальную штукенцию, которую мы сейчас уже используем. У нас одна такая есть. Посмотрите. Начинающие пивовары, это первое, с чего вам советуем начать. Вот в этой штуке можно достаточно неплохо контролировать температуру брожения вашего пива, закидывая или доставая оттуда бутылки, которые предварительно были охлаждены в морозильной камере. Продолжаем распаковку. Что мы здесь видим еще? Наверное, вот это. Это теплоизоляционный материал. Предполагается, наверное, что мы просто окутаем нашу будущую, новую будущую пивоварню вот этой хренью. Вот, собственно, та штука, из-за которой вся эта история затевалась. Насколько я понимаю, это пивоварня. Ну что она представляет из себя? Это кастрюлька. Это кастрюлька. В ней. Я покажу сейчас. Есть ситечко для фильтрации сусла. Меня оно не очень устраивает, потому что оно не очень удобно, видимо, снимается. Ну да ладно. Жизнь покажет, удобно оно или нет. Также у нас есть набор из крана, который вот сюда вот можно будет закрутить. Также у нас есть какие-то патрубки. Есть небольшое количество силиконового шланга. В общем, все как положено. Кастрюлька вполне себе симпатичная. Не сильно отличается от того, что у нас есть на данный момент. Я обожаю распаковывать всякие штуки, потому что, не знаю, я начинаю чувствовать себя ребенком. Таким большим, небритым ребенком. Как область, эти пузырики чудесно. И что же у нас в этой коробочке? Так как она идет отдельно, я думаю, что там что-то прям, ну, очень-очень ценное и важное. Вау, господа, это термометр. Это термометр. У нас появился третий термометр. Буквально два видео назад мы делали анонс, видос про то, как мы будем использовать новый термометр. И вот... чудо, у нас новая термопара. Как он работает, мы посмотрим в деле в одном из будущих. Что такое? Вот как-то так. Как-то так это выглядит, наша посылочка. Все, что от меня зависело, я сделал. Саша просил распаковать, я распаковал. Зачем мы приобрели сей чудный девайс, я думаю, в одном из ближайших видео он вам расскажет более подробно. Третий момент, который я обещал осветить, это наша совместная варка с пивоварней «Варяг» и презентация пива, которое мы сварили, которое называется «Кошка краснокожих». Прошла презентация в заведении под названием «Бутылка, кружка и котел». Многие любители крафтового пива, наверное, знают об этом заведении Москвы. Честно говоря, вот все мне очень понравилось. Мы с Сашей, с командой наших друзей из Подольска, которые косвенно или активно принимают участие в нашем хобби, в пивоварении и так далее, заехали в бутылку после презентации двух сортов пивоварни «Варяг»,
нам дали слово, мы что-то рассказали, что-то не рассказали. Спасибо ребятам, которые пришли, попробовали наше пиво, поделились своими какими-то пожеланиями, поделились своими успехами. Даже нас угостили пшеничным пивом. Пацаны, если смотрите это видео, спасибо вам большое. Когда сварите что-то очень вкусное и интересное, такое же, как та пшеничка, которую вы сделали, обязательно отдавайте к нам на обзор. Это был Гоша Грипс, проект «Первая варка», пивоварня «Биарбрю». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, много лайков. Пейте вкусные в меру. Пока. Так. Что говорим? Представляйся, да. Привет, меня зовут. Привет. Привет, меня зовут Александр Клёв, пивоварня «Биарбрю», проект «Первая варка». Не, давай проект «Первая варка» оставим за скобками, давай просто. Да. Александр Клюев, пивоварня «Биарбрю». Всем привет, меня зовут Александр Клюев, пивоварня «Биарбрю». И сегодня мы варимся на пивоварне «Труэль». Спасибо, Александр. Всем привет, меня зовут Александр, я алкоголик. Понятно. Всем привет, меня зовут Гошка. Гошек. Гашек. Всем привет, меня зовут Гоша Грипс. И моя камера качается, блять. Всем привет, меня зовут Гоша Грипс, проект «Первая варка», пивоварня «Биарбрю». И тут такой вот дастет, такой... Я теперь успокаиваться буду. Давай, сконцентрируйся. Так концентрируешься? Лицо попроще. Стараюсь, я так концентрировался, я потом был. Сука. Давай отложим этот прекрасный момент. Я Саша. Все, проржался. Нет, теперь вторая волна пошла. Так я на фоне одежды. Давай на фоне вот этого бутылок. Вот из головы. В фокусе, я в фокусе, нормально. Это все время в фокусе, как-то не знаю. Да хорош. Давай, давай, Саша и Ярослав. Давай, Гоша Грипс. Все, давай, давай, вот так вот, повороты. Гоша Грипс, пивоварня «Биарбрю». Я ж потом куда-то обратно отвернулся.